Башкортостан входит в тройку лидеров среди регионов страны по эффективности реализации молодежной политики. Итоговый рейтинг региональных органов исполнительной власти составили специалисты Федерального агентства по делам молодежи. Список возглавил Татарстан, где выполнили почти 73% целевых показателей. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ с отставанием от лидера в 0,1%. Далее Башкортостан 68,5% выполняемости. Замыкает десятку Московской область, органы исполнительной власти которой в прошлом году выполнили 60% целевых показателей в сфере молодежной политики. Деятельность профильных региональных структур оценивалась по совокупности 58 критериев эффективности их работы по направлениям государственной молодежной политики.